все, едем за краской, потом едем сдавать еще кофточку, которую я себе, тунику такую купила, что-то она мне не очень. Сын мне ее тоже закритиковал, и я ее решила все-таки вернуть. Надо будет что-то такое поярче и немножечко подлиннее, возможно. И не слишком такое свободное, она же, конечно, как мешок такой. Солнечная погода, это супер. Солнышко, это всегда супер. Всегда хочется тогда выйти на улицу, погулять, насладиться природой. Здесь вот что-то делают, что это делают. Ух ты, моют. Моют эти мусорки, классно. Ну а ты что не едешь? А, там машина перед тобой. О, мне тоже надо сюда. Мне тоже уже надо поворачивать. Как супер с этим креплением, конечно, вообще класс. Мне нравится. Мне... Это хорошее вложение. Есть всякие разные крепления, дешевые, конечно же. Есть, конечно, еще и подороже. Но вот все-таки по рекомендациям Людмилы, мне, мы вот купили это все-таки, и супер. Все-таки. В общем, так вот, как-то. Ладно. Оби, мой любимый, дорогой. Супер, что его построили, большой такой. Так, я не буду под дерево. Нет, я под дерево не встаю больше. Все. Говорил мне муж уже сколько раз, под дерево ставить машину не надо. Я вон туда близко встану. Еще все. Ну, поближе. Ну, встанем поближе. О, самый ближе. Тут идет такой экскаватор на стеллаже. Вид из окна. Сейчас в рекламке у них как раз вот такие классные рамочки, да? Это полностью она вместе уже так сделана. Такая структура еще. Супер. Может, красиво смотрится на стене, наверняка. Это вот Family, но здесь структуры нет, но зато написано. Семья. Прикольно. Сердечко. Там то же самое стоит. Супер черный цвет. Ну, белый мне нравится. Это если яркие какие-то такие сделать фотографии. Классно. 20 евро стоит. Вот эта большая такая она. 1 м на 50. Это 70 на 37. 72 на 37. Фамилия. Супер. Так, ладно, я иду за золотой краской. Здесь вот все тоже для Бастрин. Такая бумага. 2,49. Прикольно. Мне нужна золотая красочка. Где она? Прикольно. Большая краска. Я сейчас пойду посмотрю лампы. Не знаю, какая мне нравится.
Вон цветочки. Соседи такие похожие есть. Красиво смотрится голубой цвет. Честно, у меня камера отключается почему-то. Совершенно новая камера и отключается. Мне это не нравится. Такие световые палочки. Цветные. Почему? Почему? Что у нас тут? Это воздухоувлажнитель, наверное, да? Ультрашал, да. Веселенькие часики такие. Радужные очень. И вон. Прикольно. Так, ну все, вот я уже заплатила за такой лак металлический для металла. И вот этот гольд бронзы, это уже стол буду им покрывать. Взяла специальные кисточки для лака. И заплатила вот такой карточкой, на которой у нас еще были 25 евро. Подарочные карточки, да. 20.47 это стоило. И остаток еще на карточке остается. Да, можно будет в следующий раз использовать. Все, едем домой. Еще не домой, я же хотела показать. Это вот когда с кассы выходишь, здесь можно, вот бумага есть специальная от Оби, запаковать что-то, да. И если у тебя какой-то мусор, то вот сюда пластмасса идет. Это для бумаги. И штиропор. Прикольно. Вот для собачек идет такая штучка. Если ты хочешь помочь собачкам, вот, пожалуйста. Пойдет специальное такое для них есть место, да, где бездомные собаки. Здесь на выходе сейчас хотела показать, видела, как раз был открыт лифт. Таких два огромных лифта. Ну, магазин еще совсем новый, да, вот это. Все еще так чистенько блестит. Как будто его помыли только что, да, он такие потеки. Ну, классно. И две штуки. Супер. Все. Ну, теперь уже точно едем дальше. Так, дяденьки вон сейчас забрали денежки. И везут их. А мы здесь сидим, камеру настраиваем, как она хорошо будет снимать. С цветочками красивыми такими. И поедем. Это маленькая машинка, мы с тобой разъедемся, да? Все, я могу снова творить, у меня есть лак. Я сделаю то, что я уже давно очень хотела сделать. Я покрашу стол. Не знаю, конечно, что из этого получится. Не всегда мои идеи приводят к каким-то фантастическим результатам. Но я все время пробую. Как-то раз я даже обмотала. У нас в ванной комнате стоял такой держатель из нержавейки, держатель для туалетной бумаги, и там же внизу была эта щеточка такая, да, туалет чистить. Ну и вот она, наверное, не совсем была нержавейка, потому что со временем, где-то через год-полтора, она начала ржаветь. В ванне же все-таки влага, да, и вот оно все поржавело, и мне ее было так жалко, и она так была удобна, в принципе, да. Я решила немножечко, сейчас я закрою окошки, и я решила ее улучшить. Я взяла эту алюфолию, такая кухонная, да, которая
и всю вот эту вот штуку обмотала этой алюфолией. Притом вот так вот осожмякала ее, да, и она такая была структурирована. Ну, притом мне казалось, что это так гениально и прикольно. Но мои не оценили это, сказали, убирать. Как-то это не так. Ладно. Не, я на такие не, как бы, критики не обижаюсь, а нормально. Ну, не понравилось, не понравилось. Посмеялись и дальше, да. Дальше творим.